Для Евросоюза может стать судьбоносной миграционная политика. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Бундестаге. В Германии и ЕС, по ее словам, компромисса в этом вопросе до сих пор не достигли. Напомню, ранее глава немецкого МВД предложил не пускать мигрантов, которые уже были зарегистрированы в другой стране Евросоюза. С такой позиции не согласилась Ангела Меркель. Достичь общего решения по этому вопросу лидеры стран-членов ЕС пытались на экстренном саммите по беженцам, который прошел в Брюсселе на прошлой неделе. Тогда переговоры закончились провалом, поэтому сегодня главы европейских стран собрались снова.